my life for ire. Десантироваться на его мир и противостоять несметным войскам Талдаримов. Под управлением нашего дорогого иерарха мы приступаем к выполнению миссии. Это стражи Малаша. Убейте их, чтобы я смог приступить к ритуалу. Если так нужно для дела. Смотрите, что это за туман? Тиразин. Он периодически поднимается из недр Слейна и приближает нас к пустоте. Пока газ на поверхности, войска Амуна могут переходить в наш мир. Здесь они не обладают всей мощью, но все равно их натиск будет безжалостным. Мне казалось, ты говорил о верной победе, Аларак. Ты ведь любишь трудности, разве нет? Хорошо. Мои войска нападут на стражей, когда поток газа ослабнет. Пока все заполнено тиразином, нам придется держать оборону. Скоро тиразин поднимется на поверхность. Будьте начеку. Иерарх, наши звездные врата теперь могут вызывать излучатели пустоты. Они идеально подходят для перехвата врагов в бою. Отлично. Они нам пригодятся. Отличные боевые единицы, друзья. Вот ради них, как говорится, мы сюда и заглянули. Так, поехали. Строим базу. Так, на ассимилятор тоже сразу направляем. Так, пилончик, еще один. Врата между этим миром и пустотой начали отворяться. Скоро сюда прибудет армия Амуна. Так, я не пойму, а кибернетическое ядро у нас что есть? Разве? Не видно. Так. Надо фотонки поставить. Не хватает минералов. Враг увидит нашу базу. Не
хватает минералов. Так, вот всегда на старте проблемы с минералами, друзья. Ну ничего. Темный архонт. Ха, мы его можем призывать изначально, друзья. Место высшего тамплиера. То есть никого сливать не надо будет. Вот, мы видим момент перерождения. Ребята, это очень крутая технология. Самое главное, что она потом восстанавливается. Назад, 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 назад. Так, фотоночки. Вот здесь надо выстроить оборону. Не хватает минералов. Полная боевая готовка. Азовые кристаллы появятся. Мы вступили в бой с противником. Так, врата. Не хватает минералов. Давайте, давайте, побыстрее. Не хватает минералов. Чё там уже такое? Стражи охраняют святилище. Пусть их смерть будет медленной и мучительной. Мои воины никогда не забудут о чести, даже сражаясь за тебя. Так или иначе, сначала нам нужно укрепить защиту. Это правда. Так, с этой стороны, наверное, нам тоже бы не мешало, да? Укрепить защиту. Так, еще одни врата пусть строятся. А здесь бы фотоночек поставить. Просканировать материнские корабли Талдаримов в этом регионе. Они перевозят саларит. Не думаю, что Аларак будет возражать, если мы избавим их от лишнего груза. Походу, друзья, выпустили патч, благодаря которому, если мы на одном из врат использовали технологию искривления, то при постройке последующих мы уже нет необходимости опять же активировать ее. То есть врата раскрываются автоматически. Это очень-очень удобно. Так, ну что у нас тут? Укрепимся здесь. По периметру. Не хватает минералов. Ну, чуть-чуть еще давайте, друзья. Чуть-чуть. Не хватает минералов. Пока пробочка доедет, уже минералов будет хватать. Хорошо. Так. Не хватает минералов. Давайте еще здесь одну. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Приказывай. Я направляю свет. Так, не забываем, что у нас еще туман. Вот так у нас происходит призыв флота. Орудие мести. Ребят, это круто реально. Ядро активировано. Это реально круто и быстро. Так, врата зелотов. Хотя нет, наверное, давайте попробуем. Ага, на архонтов надо нам поставить. Так, часовых надо. Хотя бы два. И сталкеров. Дальше мы построим здесь, среди архивы тамплиеров. Не хватает минералов. Не хватает минералов.
готов. Мои навыки пригодятся тебе. Давай возьмем здесь. Я не буду. Ну, пойдем на разведочку немножко вечно. Посмотрим, что здесь да как. Очень разумно. Заманчиво. Так, там войска. Хорошо. Здесь войска. Ради возмездия. Понятно, сейчас пойдет туман, поэтому нам необходимо укрепиться. Ты чувствуешь? Это Деразин. Жаль, что у тебя не будет времени им насладиться. Армия Амуна идет за тобой. Мы готовы. Как бы там ни было, мы, друзья, готовы. Так, темному надо накопить энергию. Да, но выглядит он как Талдарин. Так, а чё я парюсь? Десантируем сейчас быстро еще один пилон с войсками. Здесь заодно будет у нас прикрытие. Так, и призываем пока не сможем. Брат побольше. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Так, что с призмой? Не хватает минералов. Часовые, вы немножко тут набрать мой клинок. Стойте. Так, апгрейд. Мы вступили в бой с противником. Да ладно, требуется, да. Больше виспена. Беда. Надо ассимилятор. Так, в принципе, войска у нас уже неплохие, сейчас туман рассеется и будет хорошо. Наш темный архонт набрал силу. Кстати, урон у него базовый 18, довольно-таки неплохо. Тирозиновый туман рассеивается. Арданис, продолжай охоту. С Виспеном беда. Так, у нас там есть еще один ассимилятор, возможность поставить. Давайте, ребята, поставим, потому что расходы Виспена будут очень значительные. К нашему Нексусу направляются корабли Долдаримов. Сбить их! Нет, не сюда. Так, сюда. Идет флот, сейчас мы орбитальным ударом ударим по нему. Фазовые кристаллы, заряд. Полная боевая готовность. Закнаку Афай. Как я вижу. Я орудие мести. Неплохо, скажем так. Да будет
Так. Так, хорошо. Все, хватит сидеть. Нужно построить больше пилонов. Да вы задолбали, ребята. Давайте еще пилонов. Все, десантируем еще здесь один. Все, призываем темного. Нужно построить больше пилонов. Нужно построить больше пилонов. Да что, этот пилон нам не дает? Нужно построить больше пилонов. Друзья, призванный пилон, походу, нам не дает единицы армии. Это печально. Требуется больше виспена. Так, пока у нас появился виспен. Ребят, все. Наша инфраструктура налажена. Требуется больше виспена. Давайте атаку. Так. Давайте еще одну. Излучатель пустоты. Парада Курал. Так, и пошли в атаку. Что ты предложишь? Я сердце. Ударный отряд протосов выдвигается. Правда, у нас не так много времени, конечно, осталось. Заманчиво. Но у нас есть массовая телепортация. Здесь еще технология материнского корабля. Давайте мы ее, наверное, попробуем ее все-таки завладеть. Артанис, туман сгущается. Самое время тебе начать приготовление. Фига себе, это что такое? Блин, темпоральное искажение. Ой-ой-ой. Да уничтожьте их нахер, ребята. Мы уничтожили материнский корабль Талдаримов. Прекрасно. Остался только один. Телепортировать. Враг познает нашу ярость. Ум вас отдали. Фух. Так, мы немножко потрепали нас, но ничего, друзья, мы держимся. Так. Вспомнить потерю сталкеров. Ого, у нас часовые. Так, не забываем про темных храмовников, которых нам сейчас надо выстроить, кстати. И чистильщиков. Вот робототехники. Мы не можем починить зергов? Почему? Так,
Так, охранные щиты, рубай. Так, ребята, перегруппировываемся. Что-то я не знаю, что я занервничал так. Сейчас зовут робототехники. Подтянется и будет хорошо. Я здесь. Среди теней. Тирозиновый туман рассеивается. Арданис, продолжай охоту. Ладно, уговорил, пошли. Так, возможно, можно еще парочку. Построить больше пилонов. С собой парочку корсаров для прикрытия от воздушных сил, да? Прекрасный день. Не бойся смерти. Бойся Амуна. Погнали. Корабли противника направляются к нашему Нексусу. Расфокусировались, отходите отсюда. Враг увидит нас. База атакована. Так, хреново дело случилось здесь. А там все нормально. Ты пришел, чтобы узреть конец? Это не конец, но начало. Кстати, вот эта сеть на автокасте стоит, это вообще замечательно, друзья. Так, выдвигаемся дальше, ребята. Хотя, наверное, нам стоило бы и продолжить. А, нет, мы здесь не пройдем. Назад, назад, назад. Назад, пока сюда идите. Так, что у нас здесь? Десантировать, я думаю, пилон можно где-то в этой области. Улучшение завершено. Призывать сейчас сюда имморталов. Так, заодно у нас дарки доступны. Сейчас. Нужно построить больше. Я ищу недостойных. Непобедимая армада готова, мой иерарх. Так, это, кстати, я так понимаю, пассивка, да? Неоспоримо. Ты чувствуешь? Это Тирозин. Жаль, что у тебя не будет времени им насладиться. Армия Амуна идет за тобой. Отходим. Отходим, мои друзья.
возвращаемся на базу. Так. Наш пилон атакован. Ну, это ожидаемо было. Что там будет атака, поэтому мы ничего в данной ситуации сделать не можем. Блин, твою мать. Архон влез куда не надо. Враг увидит, на что мы способны. Нужно построить больше пилонов. Так, туман рассеивается. Ждем, выжидаем, ребята. Ваши войска вступили в бой. Нужно построить больше пилонов. Да я же так их уже настроил, сколько только можно. Хорошо, все в пилонах сейчас застроим. Нет, не можем мы крейсер подтянуть. Не, излучатели пустоты, ребята, это ну просто офигенная боевая единица. Так, сейчас мы ее еще улучшим. Так, туман рассеивается. 2-1. Туман рассеивается. Можно и наступать. Самое время разделаться с моими врагами. Выдвигаемся. Так, пойдем сейчас, друзья, на дальнюю точку. Здесь поставим для прикрытия воинов. Так. Воин темных крутится. И сталкеров. Я ищу недостойных. Я здесь, среди тебя. Требуется больше Веспена. Борода Курал. Будет сделано. Мы идем. Забвение ждет. Мы служим воле владыки. Ну и служите. Корабли противника направляются к нашему Нексусу. Уходи, уходи, уходи. Перезаправься. Иссяк.
конечно, неправильно сделал. Надо было его не так доставлять сюда. Здесь его чуть подлатают. Улучшение завершено. Так, друзья, поехали дальше. У нас там, кстати, по-моему, были еще апгрейды. Нам нужна энергия. Наш пилон атакован. Враг познает. Кто там посмел? Нашу ярость. Вот, скаут, отлично. Так, и сюда. Приятно играть, когда такие войска мощные у тебя. Месторождение минералов истощено. Битва начинается. Так, вот колосса надо по-любому его захватить. А, я не успел. Блин. Так, телепортируем войска. Артанис, туман сгущается. Самое время тебе начать приготовление. Линия минералов истощено. Да. Мы теперь выдвинемся в этом направлении. Ударный отряд будет. Здесь. Кстати, у нас уже туговато с ресурсами, друзья. Но я надеюсь, что этих сил, которые у нас есть, нам будет достаточно. Для уничтожения противника. Так. О, друзья, мы уже достигли предела по армии. Кстати, колоссов нельзя призвать. Может быть, нельзя их сейчас, потому что туман действует. Скорее всего. Улучшение завершено. Так, у нас максимальная армия, ребята, и мы никак. Месторождение минералов истощено. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну вот здесь есть месторождение минералов. Оракул имеет хороший радиус поражения, стой там себе в стороне и поливай. Ждем. Ждем. Назад. Месторождение минералов истощено. Назад. Наш пилон атакован. Месторождение минералов истощено. Я смогу. Тирозиновый туман рассеивается. Артанис, продолжай охоту. Все, ребята, у нас закончились ресурсы. Я запущу одну пробочку сюда, посмотрим, что там да как. И теперь мы нашими основными войсками выдвигаемся. Будет сделано.
сюда, перегруппируйтесь. Пустота. Чё там пробка? Ага, понятно. Так, ну, я думаю, нам и так хватит сил. Так, ну все, финальная битва осталась. Как здесь у меня тут чухают себя ребята? Я думаю, все нормально. Еще можно излучатели. Ага, у меня лимит по армии. И да, и так. Мы слишком крутые, друзья. Кстати, стазис пустоты на автокасте стоит. Хм, хорошо. Ну что, вообще себя чувствовать просто божественно. Давайте еще зачистим эту базу противников. Захватим еще одного аркомпаса. И, кстати, поработить. Это прикольно. Так, давайте. Нет, хотя всех пробок я не хочу туда направлять. Давайте одну направим. Делай Нексус. Враг познает нашу ярость. От мысли о том, что они собирались сделать с этим Соларидом. Ты что там содрогаться, там и так понятно. Мы все ближе к пустоте. Готовь воинов. А, у нас, я понял, лимит. Да воины готовы давно, Ларак. Это, наверное, одна из самых приятнейших миссий за всю игру. Тут просто... Выносим, да. Авианосец наш. О, друзья. Блин, люблю темных архонтов. Это просто. Так, сюда идти смысла нету, ну что? Пошли. В тупую уже пойдем на них.
Да увидит, увидит. Поверь. Мы можем. Аларак, ты идешь навстречу смерти. Темный бог уничтожит тебя. Я по горло насытился его ложью. Ритуал завершен. Что теперь? Эти предатели не были частью ритуала, но обязательно помогли бы Малашу. И мне хотелось, чтобы они умерли. Час пробил. Малаш, слушай меня. Я вызываю тебя на Ракшир. Сразись со мной согласно нашим законам. Или умри как трус. Мы сойдемся в битве на заре. Я отвечу на твой вызов. Мы все хотим финального боя. Ну что, друзья, отличная была, как по мне, миссия, очень такая насыщенная. Темный архонт, это вообще что-то персик просто. Захватить авианосец, захватить оракул, захватить там других летающих юнитов и так далее. Ну, это просто было очень-очень вкусно. Жалко, что у меня только не получалось зергов почему-то контролировать. Сила Архонта действовала только на протосов. Ну, ладно. Как бы там ни было так. У нас еще достижение есть — партизаны в тумане. Убейте одного из стражей Малаша в здании необходимой меры, пока стоит тирозиновый туман. Завершите задание «Необходимые меры» на уровне сложности «Боец» до 4-го образа «Тирозинового тумана». Ну, чуть-чуть по времени не вложились, ну, как бы там ни было. Что ж, друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если еще не подписался, кто, пальцы вверх. И ждем дальнейшего разворачивания событий в этой увлекательной, интригующей вселенной. Всем пока.